Ты мне так и не рассказала, что произошло. Я не знаю. Прошел год после скоропостижной смерти бельгийского актера, а вопросы еще остаются. Может быть, он необычно себя вел последние пару дней? Пожалуйста, тормози! Вы с ним собирались расстаться? Стефан? Вы в курсе, с кем он в последнее время общался? Где проводил время? Что такое? Язык проглотила? Я знаю, что в день смерти он был здесь. Я видела тебя в том клубе пару дней назад. Так ты поэтому здесь в сыщика играешь? Зачем ты туда ходишь? Забавно. Если покопаться, каждый что-то скрывает. Ты хорошо его знал? У Стефана было много секретов. Каких? Он тебе звонил. Зачем? Просил помочь. С чем? Спустить курок. Чем занимаешься, помимо того, что плохо себя ведешь? Вы сами пытались уничтожить улики. Он умер от разбитого сердца. Кэтрин Уотерстон. С ним что-то случилось. Майкл Шеннон. От судьбы не уйдешь. Люк Эванс. Михель Хаусман. Будто во сне. В январе.